значение имени Око. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. В этих людях заложен очень большой потенциал. Их хладнокровие и безразличие на проблемы чужих им людей открывает другие пути развития. Именно поэтому они добиваются больших успехов в жизни, четко знают, чего хотят и как это можно получить. Эти персонажи постоянно находятся под влиянием нервных вибраций, что и дает им силу и активность. Обладатели этого имени фанатично воспринимают различного рода символы. Некоторые символы захватывают их головы до такой степени, что их невозможно ни в чем переубедить. В аргументировании своих действий они могут ссылаться на мистические вещи, которые в реальной жизни по существу не играют никакой роли. Поведение владельцев этого имени предугадать сложно. Человек может быть в данную минуту очень открытым, дружелюбным, общительным и позитивным, а через несколько минут стать социопатом и затворником. Предугадать такую смену настроения практически невозможно. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Если говорить о так называемой духовной планке, то обладатели этого имени она высока, значительно отличается от всех рядовых граждан. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.